Здравствуйте, уважаемые друзья! Не забывайте делиться своим мнением в комментариях, а также подписаться и поставить лайк. Выполнять очищение сковороды от нагара, который образовался несколько лет, занятие не из приятных. Современные сковородки имеют керамическое или тефлоновое покрытие, не позволяющее возникать нагару. Отмыть посуду внутри не составит большого труда, а для устранения жира и копоти с внешней стороны чугунной или алюминиевой сковородки придется потрудиться. Для этого существует несколько способов, проверенных временем. Воздействие огнем. Сковороду обдают огнем по всей окружности. От нагрева нагар станет усыхаться и отделяться небольшими кусочками. Процесс получается ускорять, если отковырять ножом отделяющиеся куски нагара. Механическое воздействие. В этом варианте очистки в ход идут железная щетка, электрическая дрель со стальной насадкой или шлифовальная машинка. Применение универсального раствора. Трехкомпонентный раствор, включающий в себя соду, силикатный клей и хозяйственное мыло, способен снять нагар со сковороды любого типа. Готовить его следует так. В ведро влейте 9 литров воды и начните жидкость нагревать. Добавьте полкилограмма соды, 2 тюбика клея и 1 брусок измельченного мыла. В состав перемешиваю до полного растворения ингредиентов. Опустите в ведро сковородку и подвергайте кипячению 17-20 минут. Выключите газ, накройте крышкой и ожидайте 2 часа. Жесткой щеткой счистите нагар и ополосните водой. А какие методы очистки сковородки известны вам? Пишите об этом в комментариях. Обязательно делитесь этой записью с родными и близкими. До встречи в новом видео.